Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что принимает вызов однопартийцев в Торе, запустивших процедуру вынесения ей недоверия как лидеру консерваторов. Выступая на Даунинг-стрит, она сообщила, что будет сражаться всеми имеющимися у нее способами, чтобы убедить консерваторов в правильности избранной ею тактики. Я служила партии как активист, как депутат, как теневой министр, как глава МВД и сейчас занимаю пост премьер-министра. Замена лидера посеет сомнения. Сегодня мы не можем себе этого позволить. Нового лидера не успеют избрать до 21 января. Может при этом измениться баланс сил при обсуждении с оппозицией деталей Брексита в Палате общин. И у нового лидера не будет времени, чтобы вести переговоры с ЕС. Будет также сложно в срок добиться принятия ряда законодательных актов в парламенте. Так что вариантов нет. В случае смены лидера придется либо продлевать период Брексита, либо от выхода из ЕС отказаться вовсе. Петиция об отсутствии доверия к премьеру набрала 48 подписей заседающих в парламенте Тори в среду утром. Чтобы сохранить за собой и пост партийного лидера, и кресло премьера, Мэй достаточно, чтобы за ее лидерство высказалось простое большинство депутатов-консерваторов. В понедельник Мэй заявила о переносе срока голосования в Палате общин по соглашению по Брекситу. Она признала, что запланированная на 11 декабря процедура не состоится, поскольку у Кабмина пока немного шансов добиться утверждения этой сделки законодателями.